у вас настроение? Веселое, задорное. Ребят, все, наверное, знают, откуда мы к вам приехали. Да, правильно, мы пожарные. Играя, говорим с детьми о важном. Сотрудники Химкинского пожарного надзора проводят такие занятия для школьников не впервые. Напомнить о важности соблюдения правил пожарной безопасности – вот главная задача таких встреч. И сегодня в центре внимания ученики 30-й школы, которые посещают летний лагерь. Все основные базовые знания пытаемся им привить, ответить на вопросы. Что-то происходит в контексте интерактивной игры. Вот вы видите, сзади меня пожарная машина. Им будет показывать сейчас технику, из чего она состоит внутри, как ей управлять. Ростовые куклы у нас. То есть мы максимально стараемся охватить теорию и практику, вот начиная с измальства. В ходе игры школьники могли задать любой вопрос спасателям, но особый интерес вызвало у ребят возможность потрогать своими руками специальное оборудование. Дети растягивали пожарные рукава, учились пользоваться первичными средствами пожаротушения. В общем, школьники примерили на себя роль настоящего пожарного. Мне понравилось, что к нам приезжали пожарные. Мы тут отыграли с водой. Вот, и мне... Это понравилась сама машина, вот, там все сирены, вот, и мне это все очень-то нравится, я думаю, что стать тоже пожарным. Такие занятия со школьниками сотрудники пожарного надзора проводят регулярно. И в летний пожароопасный период это особенно актуально. Сотрудники отдела надзорной деятельности еще раз напоминают, что быть внимательным с огнем дома и во время отдыха на природе – ответственность каждого из нас. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Вильфрид Дибковский. Новости Химки ТВ.